Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала Громогон. С вами снова Рос, и в этот раз у нас очередная поездочка. И поездочка это будет на встречу крысоводов в ресторане Дудо. Вообще всегда встречаются в Ультре, но в этот раз почему-то решили встретиться именно там. А, да, потому что Ультра закрыта. Едем мы вот таким вот небольшим составчиком. Мальва, не Мальва и, соответственно, я. Доча принарядилась. Красивая такая, прямо вся. Чё-то пьёт, чё-то говорит. Помаши ручкой, поздоровайся. Выпрямись, чудовище. Не кукошься, да, вот. Пошли. Привет. Да, идем, да. Привет, это что такое? Мы двинулись. Метрополитен, Москва, Сейчас мы идем по Ленинскому проспекту, точнее, идем к Ленинскому проспекту. Самое интересное, что очень знакомые места, потому что, во-первых, я здесь работал недалеко буквально, а во-вторых, где-то вот там вдалеке, где-то там вдалеке, да, там работает папа моей супруги. Да, 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 вот ее папа. В институте химической химии. Что я сказал? В химической химии. В химинституте, короче, он химик. Близится 1 сентября, и дочка только что изъявила желание. Что ты сказала только что? То, что я хочу в школу. Она хочет в школу. Вы понимаете? Она в школу хочет. Дети, вы... Что ты переживаешь? Что в этом такого? Чисто не будет. Ну, можно я не пойду? Мы не ищем легких путей, нам ступеньки нафиг не нужны. Куда идем, сами не знаем. А вот там вдали Гагарин. Ну это логично, потому что это площадь Гагарина. Вот мы подходим, походу мы нашли. Слушайте, вот что-то так близко все находится. Кафе... Ой, мне так понравилось название. Кафе Дудо. Салон красоты. Нет, туда мне не надо. Я и так красавец. Ой, кто идет? Зоя, здравствуй. Вот так вот. Я не знаю. Где все-то? Где, где, где? Вы меня плохо мучите. Все, окей. Пошел и пошел и пошел. Вот. Зоя. Так, машина, осторожно, Зоя, бампер убери. Так. Зоя Синх, Тамара Гаркуша, Снежная Королева. Снежана Королева. Ну, соответственно, Оля. Да, не надо. Гост Мальва. Да, не надо, Оля. И я. Место встречи нельзя. Юля Гамаки. А, нет, нет. Гамачки. Юля Гамачки. Давай, 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 давай. Покраснела бедная. Все, хахана. Да, отвернулась она. Ушла куда. Где, где еще всем встречаться? Кошка. С мышкой. Мышка. С кошкой. Кошка. У тебя фингал там, что ли, я понять не могу? Где? А чё тачки напялила? Потому что светло, у меня светобоязнь, ё-моё. Ладно, в общем, заходим. А то как-то у нас получилась встреча не в Дудо, а у Дудо. Ой, хороший. Я надеюсь, здесь можно снимать. Еще бы знать, где... Знать бы, где крысоводы здесь. Крысоводы, ручки поднимите кто-нибудь, нет? Я так понял, кого-то узнал. Ручки, а не бухло. Это столик явно не для меня. Вот. Вот это мальчик, а вот это кто? Это девочка. Где эта девочка? Чего у нее нога сломана? Потому что мальчик сильнее. Опа, кого мы нашли. Да, если это без крыс не обходится, да? Была голова, стала крысоводом. Ну, встреча крысовода, где встреча крыс. Ну, в смысле, встреча крыс тоже. Ёпа. Слушай, у крысы стол, по-моему, пока еще лучше, чем у всех остальных красоводов. Вон там еще нос торчит. Можно на ручки, да? Можно. Она все равно ушла, бери пока дают. Пока не видит, да.
страшно. Все, квесю сперли. Маленькие дети. Знаю. Ой, а там шипзиков взяли с собой. Шипзиков? А. Ну, эти маленькие, они хорошие. Ну, все, спрятанные крысы. Крысам страшно. А этот только морды и высовывается. Так, этому, по-моему, не страшно, этому интересно. А, вот так вот вкусно, да? Пахнет, он меня уже покусал. Как показывает практика, шампанье – это самая наглая крыса, да? Ну, не в, в генетике. Если брать еще наших в расчет. Кусь! Кусь! Толстая сопа. Мужики, двигайтесь. А что там крышу-то сняли? Что ты так лезешь? А как ты будешь пробка? Все, пробка. Затор. Давай. Квыси. Квыси в ресторане. Моль подвинули мое. Доча. Падает, уже могу, то есть я тебе типа, мне эти тоже забирать, да? Да. Зачем крысе в глаз ткнула? Я не ткнула. Не бри. Хочешь музы? Девочки, выбирай, что будут пухать сегодня. Рус, ты бессмертный? Да. Остановится на красном вине. Тех, кого я знаю, я уже представил. Вот Тамара торчит. Вот здесь торчит вот голова Тамары торчит. Так. А тут у нас кто? А представьтесь, пожалуйста, девочки. Меня Катя. Катя, вот ее Катя зовут. Ира. Ира. Крыс притащили, что ли? Нет, наших нет. Нет. Девочки принесли домик без крыс. Дома у нас. Да, чувствую, увезут они его с крысами. Квызи спрятались, крысам не хочется здесь. Вот там нос такой торчит, смотрите, любопытный. Вот этому, наоборот, нравится. Ну, очень такое. Патрик там сидит такой. Одна половина здесь, другая там. Ему нормально. Можно зато было. Все, квыса. Тям-тям. У крыс тоже стол такой неплохой, кстати. Даже получше, чем у других крысоводов. Да. Да. Здоровое питание. Да. Да. Не снимай с меня, пожалуйста. У меня патик Бобо. Очень важным делом занимаются. Очень важным. Я даже, честно говоря, не хочу встревать, потому что тут... Моя какая была? Ну не 91 моя была, нет. Моя была что-то типа 49, 44, 49, нет. 43 моя. Не, мама, по-моему, любопытно возьмет верх все-таки. А во что играют? Значит, ровно 06. Крокодилушка, играй. Ага. Ну там все понятно. Там крысы, там много крыс. Здесь детенок. Что-то жует. Вот такая вот кафешка. В принципе, неплохая. Расслабляющая музыка. Зоя опять рыжими волосами светится. А Мальва где-то откопала Чехова. Вон там. И села читать. Слушай, реально Чехов, что ли? Как же ты утомляешь, а? Чехов. Можно спокойно прийти и почитать сочинение Чехова. Нормально. И ребенок Зои Синх. Да, представься, помаши ручкой. Ну смотри в камеру-то, оторвись от своего телефона. Даня. Дань, представься. Даниэль. Не стесняйся. А я, кстати, тоже не видел, что здесь, оказывается, картины на потолке есть. Но смотреть на них не очень удобно. Еще где-то здесь должен быть аниматор. Дитё, найди аниматора, пожалуйста. Кто это вообще? Что? Девочка Микки Маус здесь бегала, и походу девочка Микки Маус куда-то промахнулась. Не, ну, мини, у меня немножко...
Дети, возьмите конфетки. Бери, 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 бери. Спасибо. Она что-то засмущалась. Она не знает, что она дитё красоводов. Реально, ребята, такое ощущение, что как дурак из Инстаграма, да? Это еда. Папа, сделай чай с едой и уточку на камеру. Требую уточку, дай сюда камеру, дай сюда камеру. Сейчас, у меня супруга забирает, меня пытается сделать уточку. Я не знаю, что такое уточка, но посмотрим. На видео снимать давай. Уточку мою? Давай, делай уточку. Ну, губки вытяни. Губки уточки. Правильно, нет, я не знаю, так делается или нет? Не знаю. Скажи привет. Не хочет. Испалившийся аниматор. А это козябра, козябра. Злая, вредная козябра. И маленькая козяброчка. И маленькая козяброчка. Это злой козябрёнок. Отлично получилось. Ну все, все, хорошо, снимаем Заю. Давай, показывай Заю, снимаем Заю. Козябрина Зая. Не козябрина. Ладно, крокозябрина, хорошо. Она козябра, крокозябра. Правильно. Ну помаши ручкой-то. Ну зайкой помаши. Сделай что-нибудь. Вот, молодец. Я могу ухом. Вот ухом, смысл. Ты можешь ухом, вообще-то ты он может ухом, нет? Давай, я ее. Помаши ее ушами. Подвинулись ближе к росту. Она меня постоянно пиратом называет. Маленькая засранка. Эта вот маленькая засранка меня постоянно называет пиратом. Оно придирчивое до безумия. Где пират? Белглаз. Пират где? Я тоже не умею. Но... Вот, вот, она меня постоянно пиратом называет. Белглаз. Детишки-засранцы. Крысиков всех разобрали, уехали домой. Мы поздно приехали, как всегда. Вот, вот она, палево, вот она. Секунду, секунду, сейчас, сейчас. Да, да, вот это вот, да. Вот нафига приглашали этого самого. Что-то смотри, что она делает, да? Я тебе говорила, что ты аниматор. Нафига приглашали аниматора, если здесь Рос есть, да. Все, вот это, все, все, тыкают, тыкают меня все. Окей. Смотри, какой ты, я ухожу отсюда. Детишкин дрын, что нашел-то? Это ж Зингер. Зингер старый. Это была моя первая машинка ножная. А можно ее открыть? Можешь ее открыть? Она вообще там есть просто, и может это муляж? Охренеть! Слушай, она походу еще даже рабочая. Ну, ребята, себе. Тут реально не... реальный Зингер рабочий. Старый. Все, закрывает, он сейчас убьют. Да кто нас убьет? Что тут есть второй этаж? Сейчас подымусь оттуда. Куда подымаюсь оттуда? Ступенечки, ступенечки, ступенечки. Фикус эластика. Фикус эластика. Чего? Фикус с ластиком. А, это типа вип-зона. Обалдеть. Едить твою тут, мать. Типа, смотри, что тут есть. Охренеть. Слушай, это в там... В кафе есть кальян, и здесь можно его шикарно раскурить. Ну что, на раскурку пойдем? Не, я слушай, а действительно, смотри, там еще книжки какие-то почитать можно. Здесь вообще все шикарно, очень шикарно. Не, классно. Ресторан очень классный. Сейчас я, кстати, сверху покажу, раз уж забрался наверх. Ну да, все, народ уже разбежался. Мы поздно опять приехали, блин, как всегда. А вон там, чуть подальше, в соседнем зале, можно сделать маникюр, педикюр, причесочку. И фигикюр, да. А, да, тут женщине даже подстригали, пока мы тут кушали, сидели. Хороший ресторан, мне понравился. Очень понравился. И цены, в принципе, приемлемые. Йо! София тебя напугала этим яблоком. Ну тебе, помахай. Маши, помахай, помаши. Вот здесь вот зона детская. Да. Забыл показать, кстати, ее. Аниматор в юбочке, как постоянно ныкается. То есть можно, в принципе, с детьми приходить. Еще молодильное яблочко впарили. Олечка, Зай, моську подними.
Или ножкой, ну хоть чем-нибудь. И девушка-аниматор, помаши ручкой. Молодец. А этот в Ютубе. Лапы не крыс. Зай, слушай, ну это самое, ну меня снять надо с крысей. На. Я не могу же без крыси, вот держи, давай. Нормально не удержит. Он большой. Кстати, реально. Иди сюда, Матей, давай покажем. Со всех сторон крысы, да? Видите пятнышко? Я когда у Руси спрашивала, кто исцеляется. У нас у Двасика такое же пятнышко. Я думала, что он плохой и нервный. Обычные крестоводческие разговоры. Стабильные, да. У кого длиннее диагноз? У кого-то помер, да. Пока никто не видит, Рост целует крыс. Вот только капюшонов нам еще не хватало, хватит. Ну, у нас их мало. Мало? Ну, понравилось. Верни капюшон хозяйке. А это чей капюшон? Что, зона Гланш? Нет, чей? Мое, все мое. Там уже за шерман полезло. О, оно хоп, без мыла. А вот это, вот это. Он уже под рубашку и домой. Кстати, у нас тут на передержку приехал крысак. У нас в кои-то веки огромная крыса. Что значит в кои-то веки? Сколько весит? Вот где-то так. А фиг его знает. Это разве еще огромное? Кошки ведь там. Ну, учитывая наших, которые все за Алмаговские, он реально огромный. Это тоже Зоомак Иваныч, если что. Зоомак Иваныч ты у нас? Да. А что у него вроде выстрелили? Нет, его это... У него это подростковый прыщ, но с кубок сальных желез выбрили, удалили, раз уже давно захлопнулась, но пока не знаю. А зарастать не хочет. Ну, видимо, они в тот период как раз. Ну да. Он, видимо, это в клинику попал. Чего? Я беру кучно свежую. Ты такой толстый, смотри. Ну как, вот рано, 2 недели, наверное. Ну пока только вот покрывается пушком потихоньку. Вот царапина, вот точка осталась от нее. Была оборванная рана, кстати. Толстая Монда. Ну вот это я вам как раз про него писала, как селять. Да, и не получилось, да? Нет, получилось. 2 месяца прожили, а потом ребятам, с которыми селяли, окончательно в бошку ударило то самое. И ребята остались без яиц. Все трое причем. Все было фатально. Все было фатально. И яйца. Я яйца подумала кастрировать. Есть яйца. Есть. Может, они вас за это обидятся? Подводя итоги данного видео, что хотелось бы заметить и сказать вообще по поводу этой поездки. Во-первых, хотелось бы сказать по поводу самого ресторана. Мне очень понравилось это местечко, такое, типа домашней обстановки. Единственное, что мне не понравилось, это сидение около окна, потому что у меня задница костлявая, сидеть было не очень удобно. Понравилось отношение, как бы, людей в этом ресторанчике. Ну, такая семейная обстановочка, расслабляющая музыка. Ресторан классный. Ну, реально, мне понравился. И цены, кстати, приемлемые. Также хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем, кто приехал на эту встречу. Я на встрече крысоводов вообще бываю редко, и на моем веку это вообще первая встреча. Как правило, я посещаю только выставки. Но мне понравилось, пообщался с огромным количеством людей, много кого увидел, много кого узнал. Потискал крыс, в принципе, я для этого и ехал туда. Все было классно, мне реально понравилось, и такие встречи, думаю, нужно проводить и делать и дальше. В этом ресторане, не в этом, я не знаю, это уже судить людям, которые будут их собирать. Как всегда, с вами был Рос, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, обязательно оставляйте комментарии, если вам понравилось это видео. Любите лысов и всем пока.